Всем привет, с вами интернет-магазин Stalker Shop, и сейчас мы рассмотрим фонарь модели PX007. Вставляется он в такой картонной коробке на магнитах. Открыв ее, мы видим сам комплект. Он состоит из фонаря, зарядки для него, которые заряжают от прикуривателя, зарядки от сети и литиоаккумулятора. У фонаря очень интересный брутальный дизайн с шипами на конце. Есть стропорез, который можно разрезать, веревку или, например, ремень безопасности. Есть звуковой сигнал, и непосредственно он работает и как сам фонарь. Заряжается при помощи отверстия. Заряжается не при помощи отдельного какого-то блока, а прямо непосредственно в самом фонаре. Давайте вставим батарейку. Для этого откручивается нижняя часть. Кстати, хочу обратить внимание, что здесь есть уплотнительная резинка, которая предотвратит попадание влаги внутрь. Как я уже говорил, у него две функции. Первая – это непосредственно свет, а вторая – это сигнальный маяк. То есть здесь надпись «Police» можно увидеть. При нажатии на нее фонарь начинает издавать такого рода сигнал. Фонарь имеет фиксированный луч света, то есть он не изменяется по фокусировке. Но у него несколько режимов света. Первый – это яркий луч. Второй менее яркий, третий совсем тусклый, который экономит заряд батареи, тробоскопический и тоже тробоскопический, но более медленный, он подает сигнал SOS. Удобный шнурок поможет носить фонарь на руке. Здесь регулируется как при помощи шарика, так и при помощи бегунка. При желании можно снять. На мой взгляд, этот фонарь отлично подойдет как подарок. Такой своеобразный, с интересным дизайном, с шипами. На этом у нас все. Спасибо за внимание. До свидания.